Всем привет, с вами ProfLife, и сегодня поговорим о таком вопросе: есть ли смысл убивать вообще ведьму в Last Day? Сразу скажу свое мнение, что я считаю, что нет смысла ее вообще убивать, и сейчас я, в принципе, вам объясню почему. Ну, первое, что вы думаете, что вы завалите ведьму и получите оттуда голову, и как бы, блин, все, орды перестанут зомбаре приходить на вашу базу. Вы такие: уху. Но нет, не все так просто. Опять есть свои но. Первое но — это ее голова. То есть даже если вы убьете ведьму, вам надо, чтобы вам дропнулась ее голова, чтобы вы могли ее поставить на своей базе. И тогда орды не будут к вам ходить. Но здесь вот этот нюанс, что она не всегда дропается. То есть ты можешь хоть раз 10 туда прийти, и она может тебе и не упасть. Ну и второе но — вас точно уже отпугнет ее убивать, потому что у ее головы имеется прочность. Соответственно, даже если вы на базе разместили ее голову, подожгли, все, орды к вам не приходят, но прочность у нее тратится. То есть смысл ее тогда убивать, если прочность ее как бы теряется. То есть, соответственно, потом будут также орды приходить. И как бы это бессмысленная трата ганов, ресурсов. То есть, ну, я считаю, что нет смысла. Это так, чисто если для ачивки, для себя, для галочки, то можно. А так это пустая трата ресурсов. У меня все.